Всем привет! Давайте сегодня приготовим домашний тирамису без дорогих ингредиентов. Будем использовать обыкновенное печенье юбилейное, а крем будем делать творожный. Крем я делаю из творога одного яйца, сахарной пудры, молока и ванилина. Все пробиваю блендером. Еще нам потребуется кофейный раствор. Берем обыкновенный растворимый кофе и завариваем кипятком. Собираем наш десерт. Берем любую форму для выпечки. Я ее обернула пищевой пленкой. Теперь собираю десерт. Выкладываем слой печенья, дальше крем и так далее, пока не кончится печенье. Немного крема нужно оставить для украшения и также немножко оставьте печенье. После охлаждения десерт достаем с холодильника, выкладываем на красивое блюдо, украшаем по своему желанию и усмотрению. Внизу под видео можно найти точное количество всех ингредиентов, входящих в состав рецепта. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока, до новых встреч!